Сегодня коммунальщики собрали большое совещание, на котором заявили, к подсыпке улиц были готовы еще 1 октября. А сейчас действовали строго по плану. В первую очередь посыпали спуски и подъемы перед пешеходными переходами, остановками и мостами. В зону быстрого реагирования вошли улицы Шахтеров, Копылова, Белинского, 2 Брянская и проспект Свободный. Специалисты говорят, если на вашу улицу спецтехника не заходила, наберитесь терпения. Расчистка идет поэтапно. Сразу одноименно мы, в принципе, не можем зацепить. В первую очередь все улицы дороги. Но на данный момент, в эту ночь, мы произвели практически, обработали противоугольными материалами все дороги, находящиеся в нашем действии. Кстати, имейте в виду, оставить заявку на расчистку улицы скоро можно будет и на сайте нашкрасноярск.рф. В нем с 15 ноября, помимо традиционных категорий, появится еще одна по теме зимней уборки улиц. Чтобы оставить там заявку, достаточно будет просто пройти регистрацию. Жители, они ведь могут точкам по точкам географически очень быстро прислать эти нарушения. У всех сейчас есть гаджеты, которые могут оперативно сфотографировать этот участок, именно который нужно там подсыпать или вывести снег, почистить, и присылают на портал. Мы, соответственно, переправляем уже в органы дальше. Дорожники уверяют, все заявки будут рассматриваться в срок от 1 до 3 дней.